Вот, это основное упражнение лыжника. А новых упражнений выносливость. За мечтой на лыжах Александр Чарушников, Радалька Гарманов, Василий Коробейников и Вадим Хаматханов. В своей копилке медалей имеют солидное количество высоких наград. 29 января они получили звание лучших спортсменов Кировской области. Всего в различных номинациях конкурса «Звезды вятского спорта» по итогам 2017 года победителями были признаны 72 человека. Сначала мы встретились с губернатором, пообщались, потом нас повели в зал. Призы очень понравились. Это, спасибо всем за оценку, за высокую. Ну, я выступал за сборную России на чемпионате мира. Вот. Занял там 3 вторых места. Вот, на этих лыжах, кстати. И вот, как бы, оценка меня нашла. Самая большая мечта – выиграть Олимпийские игры. Ограниченные возможности здоровья для слободских спортсменов не стали помехой на пути к достижению высоких результатов. Радалька Гарманов – бронзовый призер финала Кубка мира и чемпион России. Его ведущий – Василий Коробейников. Александр Чарушников – трехкратный серебряный призер чемпионата мира и трехкратный серебряный призер чемпионата Европы 2017 года. Мастер спорта международного класса. Вадим Хаматханов – абсолютный победитель первенства России 2017 года – выполнивший норматив мастера спорта России. Ну, конечно, радость за ребят и гордость, что они все-таки стараются, работают. Есть помимо этих ребят у нас еще те ребята, которые тоже достойны были, но в этот год мы их не награждали. Награждение проводил губернатор и олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева. Также присутствовал, жалко, что с администрации города Слободского и управления спорта города Слободского никто не присутствовал на такой церемонии. В четверке лучших ведущий Василий Коробейников завоевывает медали в дуэте с Радалем Кагармановым. Спортсмен-ведущий – это, скажем, большая уже заслуга Кошкина Андрея Михайловича, скажем так. В определенный момент он предложил попробовать, попробовал. В принципе, получается, затянуло, скажем так. Ну и сейчас в этом процессе уже полностью. Когда общаешься и поздравляешь, получаешь поздравления из уст, скажем, там, администрации нашей области, ну и олимпийских чемпионов, да, это, конечно, очень приятно, очень вдохновляет. Наша делегация была, скажем, самой многочисленной. Было представлено 4 спортсмена, то есть это была самая большая команда. Этот спортивный сезон только начался, и самые интересные гонки еще впереди. Мы сейчас готовимся, опять же, к чемпионату мира, где будет проходить в Польше закопание. Будем готовиться. Первая поездка у нас сейчас конец февраля. Это Польша, чемпионат мира. У нас участвуют 2 спортсмена. Это Скурихин Максим и Чарушников Александр. Надеемся, что мы вернемся с медалями с этой поездки. Далее у нас проходит чемпионат России по спорту слепых. Спорт пода, чемпионат России – это Пересвет. И спорт лин у нас, чемпионат России, будет проходить в Перекопе. То есть у нас дома. Возможно, что будут проводиться альтернативные игры, и все спортсмены, которые я сейчас перечислил, они входят у нас в состав сборной России, и им обязательно нужно будет участвовать на этих альтернативных играх.